Вот поле посажено. Какой-то злак, наверное. Пройдет время, даст плод. Человек, который вложил сюда деньги, время и усилия, через определенное время придет, снимет и получит урожай. Урожай продаст, получит прибыль. Будет чем жить дальше. Будет развиваться, возможно. Так всегда жили. И я вот думаю, что люди, которые способны увидеть вот в этих маленьких, пробивающихся через землю листочках будущий урожай, люди, которые способны понять, что все в этой жизни начинается вот с этого, а перед этим сначала вот это, вообще все голое, вот, все голое. Сначала голое, невидимое глазом, а потом вот такое, вылезающее на поверхность слабое, пробивающееся, неуверенное в себе, а потом все более и более и более. Сначала зелень, потом колос, потом зерно в колосе. Так же и в жизни. Вот смотрите, интернет совсем недавно был вот таким. Вот таким был интернет. Отдельные герои, сумасшедшие, дураки в основном, как их называли такие, знаешь, которые сидят за компьютером с красными глазами и что-то там занимаются ерундой, никому не нужно. А потом интернет стал таким. А наступит время, когда он будет колоситься, и кто-то будет снимать урожай. И сегодня в интернете раз за разом проявляется свойственная жизни вещь. Какие-то тенденции намечаются, и тот, кто успевает их оседлать, тот, кто успевает увидеть или даже не увидеть, а разобраться, это не каждому дано, а просто, следя за развитием событий, услышать какого-то человека, прислушаться к его мнению, посмотреть на опыты и истории успеха других людей и сказать, а что бы мне не попробовать? Раз, берет, отнимает свою задницу от стула и начинает что-то предпринимать там. Смотришь, он в струе, он накосил денег, у него выросло, он получил урожай. А другой сидит и говорит, да ну это я и пропустил тенденцию какую-то. Так вот я плохо соображаю в интернете, но я знаю людей, которые улавливают тенденции. И если они улавливают тенденции, то веря в их способность предвидеть, я за ними стремлюсь. И я верю точно, стопроцентно, что люди, организовавшие такой бизнес под названием Google, способны разглядеть вот в этом, сначала в этом, вот в этом сначала, а потом вот в этом, разглядеть нечто, что даст вот такой урожай огромный. Это называется видео в интернете. Видео в интернете — это то, что многих людей сделает миллионерами. Они просто в историю войдут. Потому что видео — это наши глаза. А глаза — важнейший орган чувств, с помощью которых человек воспринимает окружающий мир. И Бог, я уверен, Бог дал человеку возможность с помощью интернета и особенно видео, которое стало цифровым, которое можно загнать вон туда, в облако, в интернете, так называемое, и хранить не в железе, а вон там. Так вот, он дал человеку возможность заглядывать в свое прошлое. Не только жить в реальном мире, но еще и зафиксировать по часам, по секундам, по темам, по отраслям, я не знаю, по каким там критериям, зафиксировать свое прошлое. И не просто человечеству, а реальному человеку, каждому из нас. Зафиксировать развитие своей семьи, рост своего ребенка. Значит, как твой ребенок из девочки, вот у меня дочь училась бальным танцам, и она из корявенькой, страшненькой, маленькой девочки, которая не гнулась, превратилась в чемпионку Украины. Этот процесс зафиксировать бы на видео и потом бы смотреть, ничего подобного нету. Единственное, старые фотографии. Все, родители, развивающийся бизнес, тело, которое человек делает.
Молодая девушка вышла замуж, родила и располнела на 18 килограммов. Трагедия. И она находит методику, с помощью которой она легко и просто приобретает другую форму, новую, настоящую. Это же можно, сидя с ребенком и кормя ребенка грудью, сделать сумасшедший бизнес, продемонстрировав, как я привожу себя в порядок с помощью вот этих упражнений или диеты или так далее. И все это только задуматься, только осмотреться. Для этого надо иметь инструмент, чтобы вот этим воспользоваться. Нужен инструмент, этот инструмент называется блогин. Следите сюда, вот смотрите, вот здесь Божья коровка, вот тут Божья коровка. Если вы на нее нажмете, у вас начнется то же самое. То же самое, вы получите в руки инструмент, который сделает вас продюсером вашей жизни. Вы сможете зафиксировать свою жизнь. Это для людей очень интересно, они готовы за это заплатить, вы разбогатеете.